Секретарь регионального политсовета Подмосковной Единой России Сергей Юдаков регулярно проводит приемы граждан в различных городах Подмосковья. В минувший понедельник прием состоялся в Видном. За час работы Сергей Викторович принял 5 человек. Тему продолжит Татьяна Брылова. Второй год в квартире Пелагеи Федоровны Пинто пахнет канализацией. Пенсионерка, прожившая на первом этаже в доме номер 17 на улице Строительной более 35 лет, жалуется. В ее проблеме виновато возникшее соседство с поликлиникой. В квартире у меня 36 лет не пахло, в подвале пахло, а сейчас в подвалах не пахнет, а только весь запах подвели под мою квартиру. Соседи знают, приходили, нюхали, вот. А когда комиссия приходит, им, значит, объявляют за 3 дня. Сантехники там все вылизывают языком. Со своей проблемой Пелагея Федоровна пришла в общественную приемную «Единой России», хотя в положительный исход дела верит с трудом. Это недоверие родилось в результате долгого обивания порогов различных инстанций, от местного ЖЭКа до главы района. Решится ли ее вопрос на этот раз, покажет время. А в кабинете у Сергея Юдакова очередной проситель, а значит, очередная важная для человека проблема. Не могу добиться присвоения ветерана труда. С помощью общественной приемной граждане пытаются решить проблемы коммунального обслуживания, предоставления мест в детских садах, земельные вопросы. Наш район тоже входит в число, где эти проблемы актуальны. Для России всегда характерна земля и воля, да, так земельный вопрос – не в части даже зачастую получения каких-то земельных участков, а значительная доля обращений связана с различными спорами, как среди соседей, так и среди родственников. Разъяснить, помочь разобраться, проконсультировать в юридическом аспекте вопроса задача общественной приемной «Единой России», в которую за 6 лет работы обратилось более 12 тысяч человек. Конечно, не все, кто приходит, решают свои проблемы с помощью общественной приемной, но у тех, кому помогли, растет доверие к власти, задача которой – работать для людей. Татьяна Брылова и Адамия Елена Кушлева, Видное ТВ.